Давай еще, смотри, какие же приедут, стой, какой-нибудь маленький. Давай. Нет, там сапоги. Сапоги там, блин, там надо было аккуратно, чтобы его не раздавил, а потом их скоро раздавать. Я его на этот, Смотрите, бы сейчас мы бы приехали бы на базу, бы где-то. Не надо. Взяли с собой, да?
Я говорю, немного. Ну, вот средний завод. Наш чей? Я вижу производство. Ага. Производство собрано в России. Держите его? А полный привет? Конечно. Знаешь, куда нам надо? Thank you.
Не хочу ничего, там не дам. Воду и палатки грузить самое тяжелое. Может быть, типа, перекусить бы и пойти. Нет, перекусить чуть-чуть, ну, чуть-чуть не можно. Чуть-чуть буквально, да. Чуть-чуть, немного. Просто сейчас тогда собрать, ну, или пакет сразу же, то есть не упаковывать сумки, то, что мы сейчас будем упаковывать. Да, не бойся, собаки. Ребята, как это все запихивать, я не знаю. Есть у кого-нибудь колбаса? Как это все закадок, я думаю, но ничем он не закончился. Только не вставай, что я на выгоню. С машиной, конечно, слушай. Не, серьезно. Да ну, я же потолочку, брейкеров. С брейками тоже все не дали. Каким брейком? Не брейком. Я встречаю, и там брейк какой-то пишет. Давай, Васильич, помоги, а? Блять. Вы видите, как это работает? Кто же?
Так, ты больше такой. Ага. Хорошо. Хорошо. Закатайте. Спасибо. Ну, да еще как-то. Ну что, круто? Что, ну круто? А, нихуя. Да. Вот здесь, видишь, как выпал, блядь. Здесь, блядь. Здесь, блядь. А сыпь, не пью. Да, на цепь, все.